Тетрадка называется «Математика». Здесь твое имя написала, да? Жиркова Захара, тетрадка. По ней мы будем заниматься, учиться считать. Какая у нас профессия без математики не может? Любая, да? Угу. Ты, например, когда вырастешь, кем хочешь стать? Я. Угу. Простым обычным человеком. Я говорю, что когда-нибудь солнце потухнет, да? Не знаю. А вдруг оно потухнет, а, когда-нибудь? Тебя уже не будет. Мама, а вы не говорили, что Путин лысый. Смотри, а кто он не лысый? Выросли волосы. Папа, как думаешь, галактика насколько большая? Вообще она большая. Самая большая в мире это галактика, чем Земля-то. Галактика еще ярче. Папа, мне сколько линий? Не знаю. Потому что я это не знаю. Вот когда вырастешь, узнаешь. Потому что живется. На полу собачка спит. Рядом косточка лежит. Вдруг собачка проснулась. Вот сюда, смотри. И аппетитом облизнулась. Вот сюда здесь учили. С аппетитом облизнулась. Папа, ты ему хорошо мне учишь опять. Ой, блин. Ты же сам читаешь. А знаешь что? Да. Почему ты всегда фотографируешь? Твоя работа работать, а моя работа завязать куда-нибудь, спецназить, хулиган, искать. Вот моя работа. Дрова заносить. У меня есть работа, нормальная. А у тебя это простая работа, фотографировать. Это разве работа? Пусть я буду спекать.